Начнем с самого легкого, с ножа. Ну, это любой может. Плоскогубцы. Тоже любой может. Вот это вот сложная штука. Видите, втыкнется, мешается шарик. Значит, надо, чтобы этой частью вот так вот раскрыты они были. Пойдем посмотрим. Смотрите. Ну, нож понятно. А здесь, видите, как этой частью воткнулось. Ну, плоскогубцы понятно. Давайте рассмотрим еще три предмета. Начнем вот с ключей. Видите, совершенно обычные ключи. Потом у нас полетит ложечка. Смотрите, не заточенная. Не этой стороной, а жевательной, которую едят. И полетит ваза. Пойдем посмотрим и расскажу все. Видите, как жесткое дерево. Вазочка. И видите, ключи. Дерево жесткое. Загоним плоскогубцы в отвертку. Красота. Метатель все может. А на закуску давайте ножницы обычные метанем. И пилу. Вот как вот такое метать вообще? Видите? Жесткая, мягкая вернее какая. Ну давайте попробуем. Красота? Пожалуйста. Перейдем, посмотрим, что тут получилось. Ножницы, пенек жесткий. А пила, смотрите, болтается. Метатель все может.